This bridge must be in here for tenters. I won't. Да пофиг, просто бежим. Аккуратно, а то упадешь. Осторожно, тем надо быть. Вовремя ты сказал, слушай. Я тоже. Ой, нет, у меня же вещи. Зачем? Я друга поддержать. Зачем ты туда-то упал? Просто взял и спрыгнул. Пока вроде солнце стоит, как у меня по утрам. С первыми лучами солнца. Да, с первыми лучами солнца встает, но... Ладно, на этом ужасном лирическом отступлении продолжим наше прохождение. Красота. Вот дверь. Иди сюда. Куда, блин? Ну прямо перед тобой, господи, ты что, издеваешься? Ты в какую сторону смотришь, дебил? Вот я тебя сканирую тут все, вон, смотри. Здравствуйте. Молодец, нашел. Там извините. Просто дверь на пол этого экрана. Затупил, малёк. Там-там-тарадам-там-тарадам-там-там-там-тарадам-там-там-там. Кракен! Выпускайте кракена. Тём, ты так романтично, я всегда мечтал с тобой о поездке в лодке. Да что ты говоришь, мой хороший. Так, здесь второй этаж есть. Сейчас пришвартуемся, подожди, куда-нибудь. Да, мы прям в дом заплывем сейчас. Давай, подожди. Давай. Сейчас организуем, сейчас я развернусь, подожди. Блять. Не в коем поворот, подожди. Не выдавайте этому молодому человеку права, пожалуйста. Сейчас, родной, сейчас. Нормально. А, все, приехали. Нельзя дальше. А что у меня уже не собирается? Бумажка, Тём. Я гений. Бумажка? Пистолеты. Какие пистолеты? Ух ты, блядь, ты чё? Что это такое? Не знаю. It can get pretty hard to see out there. Take this just in case you get А, если lost. Мы потеряемся, типа вызвать что-то, какую-то фигню, что ли? Блядь, куда ты вышел? Дурак, что ли? Поплыл, сука, пловец. Меня сейчас сожрут, да, мне кажется? Не знаю. Не, нормально. О, всплыл, что? Можно плавать? Да. Чё с тобой, Тёма? Ты ходишь максимально странно. Как будто выплывёшь, ну-ка. Офигеть, что? Заскрин. Как будто выплываешь, подожди, сейчас. Я вставлю фотографию. Ой, как неудобно здесь. Что? Кошевары. Погнали, Тём. Погнали. Блин, стрёмно что-то на самом деле. Возьмём ещё на всякий случай. Я не хочу. Блин, он не берётся. Оу, щит. У меня глюны, что ли, или что, я не понял? Я не знаю, у меня тоже какая-то фигня была. Да, у меня тоже. Это что такое? Чё? А, это дно. Ты что, не видел, что ли, рыбу здоровую? Нет. Огромная рыба просто нас сбила. Почему сзади меня какое-то говно рассыпалось? Ну, обосрался, видимо, че я могу сказать. В конце пути, да хватит мне печатать, я читаю. В конце пути 4 скафандра и люлька, которая опустит вас под воду. Под водой вашей задачей будет найти пещеру, то есть проход на следующий уровень. Вот эти красные кораллы похожи на розы. Понял, спасибо за информацию, она мне пригодится. Да нет, ты что, она настолько здоровая. Ну конечно карась, ни хрена себе. 2,5 тонны. Чернобыльский сом. Ты его измерил по весу? Пока он тебя бьет, он такой, быстрее, нужно вес. Быстрее, масса. Просто шайтан, машина здоровая. Вальки, тальки какой-то. Это рация. Что это такое? Так, она у меня на третьей. Ух ты, кому позвонили? Это по бизнесу маме. Ой, то есть по бизнесу просто. По бизнесу маме позвонили. Алло, мам, тихо не кричи. Я по бизнесу сейчас стою.
Алло, мам, да мы гуляем, все нормально. Да хватит звонить. Все нормально. Я тут маме. Да бля, хватит звонить. А, это я звоню, я не идиот. Так, подожди-ка. Ух, блядь. Где у меня? Я потерялся в этом интересе. Что происходит? Да я просто... Я просто искал эту миндальную воду. На все кнопки нажал просто. Раз, два... Ну, я бегу, ты стоишь. Раз, два, три. Я застрял в камне, потому что застрял. А почему она меня-то сожрала? Ты тварь. Я закрылся. Сволочь, это сволочь. Алло. Это что? Записываю. Это Сережа. Сережа, ты что так пугаешь, что я обосрался? Excuse me. Где? Нет. Нет, ну нет, ну нет. Ну нет, 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 нет. Нет, а сейчас нет, откроется, нет. Он пошел тут. В жопу, пошел в жопу. Закрываю. Хорош. Обратно, значит. Значит, нам не сюда, скорее всего. Так, пивнуть надо. Подожди. Пить нечего. Пиво закончилось. Засыпал маршрут. Да-да-да, нам туда, я же сказал. Сука, блядь. Здорово. Пошел нахер, Ганд. Все, пипец мне, Тём. Пока, прощай. Все, я спрятался. Давай, Тёма, ты сбежал? Да я просто сижу за каким-то камнем, я не знаю. Тихо. О, фонариком так. Здорово, браташка. Салат. Как дела? Что? Я без понятия. Он был прям возле тебя. Да я не ты понимаю. Ты же видел то, что он возле тебя был? Конечно, он видел. Идет. Он мне членом в макушку дышал. О, это кайф. Excuse me. Hello. Hello, братишка. Ты прямо на его жопу тянешься. А где он? Не вижу. Там их два, Тёма. Там два чувака с фонариками ходят. Удачи. Да не, ему насрать. Он побежал на тебя и все. Я видел, я видел. Я думал, ты все уже умрешь. Салам, Салам, братанчик. Как дела у тебя? Он забагал? Я стелс-мастер, слушай. Что? Он был сверху. Чего? Меня как даже сам Шерлок Холмс не найдет. Ну, это, слушай, по-моему, непроходимо. Не, если ну, их как? Там еще и двое. Видел комментарии в Стиме на эту там? Игру. Посмотришь потом. Если вы видите чела, бегущего к вам навстречу со словами «Hello» или «Excuse me», оставляйте друзей и бегите в сейф. А если на вас летит чмо с крыльями, тут все, только молиться. А так игра классная, можно сдохнуть просто так, стоя на лестнице. Отзывы никто не читает, поэтому напишу рецепт овощного салата с тунцом. Обычная прогулка с друзьями по Симферополю. В общем, это стандартные комментарии к играм в Сим. Все. Угу. Ты чё? Нет. Да вы чё, серьёзно? А, бля, чуть не поперхнулся, я пить в этот момент начал. Да вы чё, гоните, нет? О, господи, только не это. Я вижу чё-то. Я тоже, да. Всё, разрубил чё-то, наверное. Ну шо, пацаны, кто здесь ещё? Кто на меня? Я с бензопилой, нафиг. Что? Что? Что случилось? Ты провалился под пол. Я сейчас подлетел просто на 3 метра на стуле. Я тоже. Что это было? А, это скриптово? А, все хорошо. О, господи, я чуть не взлетел сейчас. Я нажал тоже на шкафчик, да? Ты нажал и улетел. Да. Тёма. И вентиляцию. Тёма, иди ко мне. Я вижу вентиляцию, дядь. Иди ко мне. Нет. Не надо, не надо. Я в вентиляцию залез. Я в вентиляцию успел залезть. Господи. Дядь, дай я расскажу, что сейчас было. Это был абсолютно дикий скример. Меня просто моментально бросило в пот. Я чуть не перевернул стол.
И чуть не умер заодно. И чуть не умер, да, потому что мой пульс сейчас в районе 120. Я успел зайти в вентиляцию, он загрелся. Но тут ничего не юзается, типа. Если я не хочу больше в это играть. Вопрос. Какой-то пиздец. А, вон ты разложился, Миша. Пилить? Да-да-да, пили. Он возле меня стоит, может мне его агрить просто и... Давай. Я не вижу где, я не вижу, что я пилю. А, вот вижу. Блять. Он куда-то идет, я не знаю куда. Ни хера не видно. А, я распилил, так, захожу. Он пошел туда, да? Прямо. А, да, нет, да, он. Да, он прям пошел. Там... Быстро, ну, поехали. Давай в бильярдик, может, раскидаем. Начинаем, да? Какой бильярдик? Поехали. Потом это не пройдем никогда. Если так будем дрочить друг другу тут. Не, ну это тоже, конечно, прикольно. Нет, тоже приветствуется, но... Не в такие моменты. Да. Да хватит мне печатать. Я не могу найти. Так я не могу найти, я забыл где. Был же где-то вот тут вот в комнате он. Ищи, пока я буду агрить его на себя. Ура, победа. А это что? Закрывай эту тварь, а я не знаю. О, это что такое? Смотри. А, я знаю, я видел в этих, в... Как оно? В ТикТоке. Я видел эту хрень, тут будет сейчас темное какое-то говно за нами бегать. Темное говно? Но это нет. Уже будет в следующем нет. Видео. Я думаю, что... Потому что на сегодня нам хватит. О, господи, просто давление поднялось, голова болит, температура, что только со мной не происходит. И все ради вас, ребята. Отлично. Вот тут лифт какой-то цыганский опять. Кнопку-то ты нажми. Я думал, он сам поедет. Встал. Ну да, лифты же обычно мысли читают, куда ты поехать. Ну да. О, господи, ладно, все, я думаю, на этом все на сегодня. Ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Да, у меня пошли галюнчики, я сейчас сдохну, кстати говоря. А может и нет. В общем, в следующем видео, наверное, мы увидимся. А может быть и нет. А может быть не увидимся, возможно, мы умрем. Кто его знает? Всем огромное спасибо за просмотр, мы увидимся на следующей неделе. Всем удачи, всем пока, Валя, говори какую-нибудь фигню по стандарту. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Он прям здесь стоит. Бежим? Пиздец. Быстрее! Сука, ты такой кривоногий. Да, что ты... А как мне залезть-то? Мне-то что я делать залез. Теперь? Ты умер? Нет, я бегу, но он куда? Ты не умер? Нет. У меня я еще пилю, я пилю двери. Все, меня сожрали.